Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет, меня зовут Максим, являюсь партнером компании FFI. Сегодня сделаю на своем автомобиле контрольный замер расхода топлива и посмотрим, что же все-таки делает этот волшебный MPG Boost с машиной и какой дает расход бензина. Вот он мой автомобиль, Lada Priora, объем двигателя 1,6 литра. Подъехали на заправку, замер делаем правильно, обращаю на это внимание, заправляемся до полного бака, так, чтобы бензин был виден сверху, с горочкой. Ну вот, бензина налил по горло. Вышло у нас на 19 литров. 19 литров вышло. Общий пробег 101 084 километра. Сбрасываем суточный. Километраж на ноль. Все, можно начинать делать замер. Отъезжаем от заправки по трассе 50 километров, разворачиваемся и приезжаем на эту же заправку, к тому же пистолету. И заправляем бензина до полного бака.
Ну вот, друзья, вы и сами все видели. При самом экономном режиме на скорости 90 км в час расход бензина на 100 км составил 3,8 литра. Так что выбор за вами. Пользуйтесь продуктом, делайте на нем деньги. Внизу видео вы увидите ссылку, на которую вы можете узнать информацию об этом продукте. Удачи вам!